Re, viss ēters ir te. На этой неделе Центр контроля и профилактики заболеваний зафиксировал 3 вспышки COVID-19, связанные с посещением общественных мест компаниями людей. Эпидемиологическое расследование продолжается, и количество зараженных может возрасти. Центр призывает особо следить за своим здоровьем тех, кто посетил с вечера 27 июня до вечера 8 июля ресторан «Аквалуна» в Риге. С вечера 28 июня до вечера 9 июля ресторан «Кинки» в Риге. Вечером 3 июня был в гостинице «Спорт Хотел» Лепое и посещал вечером 3 июля лепойский ресторан «Септиталиния». Осторожны должны быть и те, кто вечером 4 июля посещал кафе «Дарбница», пивной бар «Мезис энд Ко», кафе «Делли Снэк», а вечером 5 июля лепойское кафе «Вейш».